Что ты так долго идешь? Отвали, я устала. И вообще, почему мы должны ходить пешком? Разве в таких играх нет ездовых животных? Эй, техподдержка! Что случилось? А как тут в игре получить ездовое животное? Купить в магазине за игровую валюту. А где этот магазин? Сейчас я отправлю к вам продавца. Здравствуйте, я продавец ездовых животных. Ну, естественно, это ты. Нет, не я, а продавец ездовых животных. Какое животное желаете приобрести? А можно всех посмотреть? Нет, нельзя. В целях улучшения сервиса нашей игры мы генерируем животное, исходя из ваших требований. Какими качествами должно обладать ваше животное? Так, ну, пусть оно будет большое. И умеет летать. Да, и будет быстрым. Хорошо, а кормить вы его чем будете? Можно ничем? Можно, он тогда оно сдохнет. Какая суровая игра. Придумал. А пусть оно само себе добывает еду. И нам! Да, себе и нам. Замечательно. Так, оценка. 30 злотых. У меня нет. Отлично, ваше животное генерируется. Я, конечно, извиняюсь, но вот это нормально? Нет, видимо, какой-то баг. Ну, блин! А, стойте, животное успело сгенерироваться. Я еще раз извиняюсь. Вот там, да? Видимо, да. Как-то придется. Вы знаете, что в этой игре можете произойти абсолютно все, что угодно.